Наталья Олейник несколько дней назад сбежала из дому, сменила номер телефона, а родителям оставила прощальную записку. «Вы не понимаете меня и никогда не примете такой, какая я есть». У Наташи есть мечта, смысл всей ее жизни, но родители категорически против. Сжечь все мосты ее вынудил отчаяние. Последний шанс обратиться к родным через нашу программу. Если не услышат, Наталья готова, как она утверждает, вскрыть себе вены. Итак, как предотвратить возможную трагедию, как спасти Наталью? Об этом говорит Украина, об этом не могли сегодня молчать мы. Здравствуйте, я Алексей Суханов. Мені 21 рік, я повнолітня. Чому я сама рішаю, як я маю жити. Чому ти не послухала? Ти хочеш танцювати стріт-шоу, чи ти хочеш з цим гоміком, вибач, що там сидить? Я все знаю. Ну, що я ти знаю собі. І що ти хочеш, як ти хочеш прожити своє життя наступне? Без вас, нарешті. А що ти хочеш? Ну, скажи, як ти хочеш просто прожити? Просто хочу жити без вас. Ну, хай йде, знімається. Все, я... Ні, дайте я. Итак, Наташ, если вы все-таки приняли решение выйти к нам в студию, пожалуйста, выходите, мы ждем вас. Добрый вечер, Алексей. Дуже приємно с вами познайомитись. Что там сейчас такое было? Мама вас не пускала? Вона хотіла зірвати програму, щоб я не участвувала тут. Просто я зовсім інша, ніж звичайні люди, ніж мої родичі. Сколько вам лет, Наташ? 21. И вы действительно решили, что пожили достаточно, чтобы свести счеты с жизнью? Ну, у меня были думки про суицид, про самоубийство. Это очень боляче мне згадувати. Это действительно ваши мысли? Или вы пугаете своих родных, пугаете сейчас нас? Нет, я действительно бы так сделала. Але просто я знала, что мне треба жить дальше. Если я помру, то меня все забудут, меня поховают, и на этом все... А я знала, що мені треба жити заради омріяної сцени, йти далі до своєї цілі, до своєї мрії. Подождите, а ціль вашої житті – це сцена? Так, тільки сцена. Більше ніяких варіантів ви для себе взагалі не розглядаєте? Ну, просто мрію тільки про сцену, про успіх, бути відомою співачкою. Наташенька, ну в житті іноді буває так, що іноді ти не попадаєш туди, куди ти хочеш попасти? Так, так буває в житті. И? Вы такой вариант для себя рассматриваете? Ну, я знаю, что сразу, возможно, все не получится, но все равно потрошки я буду принимать участие в кастингах, я буду выступать и буду просто идти до своей цели. Но правда, что родные пытались даже вас лечить? Вы ведь были в психиатрической клинике? Так, меня закрыли в психушку, как какую-то ненормальную. Это было просто страшно. У меня никто вообще дозволу не пытался. А что случилось? Я втекла у Львів, я работала в стриптиз-клубе. В стриптиз-клубе? Так. І вас там знайшли? Мене знайшли. Спочатку мені подзвонили з міліції. Сказали, приїдь до нас в відділ міліцейський, підпиши заяву, що ти жива, здорова, і ми тебе відпустимо, і ти будеш жити, як хочеш. Я приїхала, а там вже мама мене чекала. Я не хочу їхати додому. Мене просто насильно вона тягне додому зі своїм другим чоловіком. А подождите, мама зараз живе не з вашим рідним батьком? Ні, вони розведені, вони розвелись, коли мені було 13 років. І вони мені сказали, або ти їдеш з батьками додому, або ми тебе в психушку відправляємо. І що ви їм сказали? Я кажу, добре, забирайте мене в психушку, тому що вдома нічим не краще, ніж там. Тобто ви, подождите, ви вибрали між психушкою і домом психушку? Так. Наташенька, неужели дома так плохо, и родители такие деспоты? Да там 100 раз хуже, ніж в психушці. А что там плохого? Как вы живете так, Наташ? Мене ніхто не розуміє, ніхто не підтримує, всі мене вважають якоюсь ненормальною. Очим-то взагалі кошмар, ви просто собі не уявляєте. То есть получается, что ни мама, ни отчим не понимают вас? Мене ніхто не розуміє, ні рідний батько, ні отчим, ні мама, ні бабушка, ніхто. Так что же было в психиатрической клинике, куда вас все-таки отвезли? Мене поклали в депресивний відділ. Так. Мені там якісь таблетки заспокійли, віддавали, мене там просто тримали з людьми, в яких така депресія. Сколько ви там провели? Ну, десь 4 дні. А ви там теж скандалили? Ні, я там спокійно себе вела, що мені казали, то я робила. Давай зараз подивимося, що ж нам сказали врачі у Наташі, якою вона їм запам'яталася. Внимание на екран, друзі. До нас потрапила пацієнтка Наталя Олійник. Дійсно мала таку
якби мовити, стресову ситуацію, бо вона приймала участь в шоу «Україна має таланти», ну, оскільки мені відомо, що там було невдало той виступ. І після того, ну так якби дівчинка отримала таку стресову реакцію. Тобто якусь там діагнозу конкретного ви її не ставили? Бо... Ні, є така категорія «гостра реакція на стрес», і от там, щоб конкретно окреслити якийсь діагноз, тут не було. Дівчинці треба було надати спокій, щоб вона заспокоїлась, відіспалася. Тобто, виходить, що ви там не лічились, ніякого діагнозу там не було, ви просто... Я повністю психічно здорова людина, у мене немає ніяких відхилень, мене просто ні за що туди посадили, в ту психушку. Но диагноза нет у нее никакого. Это стресс. Ее просто хотели подвергнуть психиатрическим репрессиям, но не получилось. Родственники, но не получилось. Сцена. Получается, что она и получает эту сцену. Ничего себе. В центре Львова крик, мусора, стриптиз-клуб. По-моему, у барышни отличная жизнь, полная приключений. Давайте сейчас посмотрим фрагмент одного из выступлений Наташи. Внимание на экран. Наташа, скажи, ти згідна з тим, що для того, щоб співати, треба вчитися? Треба піти в музичне училище, треба вивчити нотну грамоту? Я згідна, я була би згідна вчитися, але родичі просто мені це забороняють. Вони тобі забороняють вчитися? Забороняють взагалі. Взагалі бути зв'язаною зі сценою. Може, ви тихонечко будете ходити займатися пінням, а потім як споюєте родним? Скажіть, Наташа, а ви взагалі училися в музикальній школі? Я вчилась в музикальній школі, але я її не закінчила. А ноти ви знаєте? Явно не. Нотну грамоту? Ну так, вже не пам'ятаю, вже багато років пройшло з того часу. А чому ви бросили музикальну школу? Просто це був не мій інструмент. А який? Бандура. А чому ви іменно там на бандурі вчилися грати? Ну так мама сказала. А, тобто, подождіть, мама вас відвела в музикальну школу і сказала грати тільки на бандурі? Так. А чому іменно на бандурі? Бо це народний український інструмент, а ми такі щирі українці, така українська сім'я, тому це так має бути. А мама у вас учитель музики? Так. О-о-о! Так от цього треба було починати. Ось де конфлікт. Танюш. Я не увидела здесь вообще проблемы, что человек хочет на сцену. Никакой связи между ее целью и то, что мы слышим, что я хочу на сцену, нет вообще. Вы просто недолюблены, недоласканы, недопоняты мамой, так, папой в правда. Детстве. Поэтому вы ищете этого внимания, любви, теплоты просто у людей. Вам сцена не нужна для этого. Это просто один из шансов привлечь к себе публичное внимание. Тому я и пошла на талант-шоу, просто мне уваги никогда не хватало. Вот и все. Алевтина, вы согласны? То есть сама Наташа признается в том, что действительно бог не со сценой, просто нужно внимание, так? Добавлю последнюю реплику. Почему конфликт с мамой? Потому что мама как раз оценивает музыку по нотам, точно. Ей стыдно, что скажут люди. Какой-то неосознанный троллинг мамы такой еще. Это вот внутри, это психологическая мама. Может быть, это такая, знаете, подщечина учительницы музыки. Наташа, может панк? Может панк? Вот такой стиль есть, прекрасный панк. Я думаю, даже там... Подождите, если панк, что дозволено все, и петь не стройно, не мы понимаем. Ну как? Панк это супер направление музыки, надо петь еще лучше, чем в опере. Почему вот пусть вообще не поют, например, они панки при этом? Попробовать заняться музыкой, вокалом. А вы хотите заниматься, вот учиться? Так, я хотела. А при чем тут стриптиз тогда? А стриптиз это публика. Личное внимание, наше с вами. То есть получается, вот сейчас, пока мы пришли к одному выводу, сцена действительно и ни при чем, и никакая это не самоцель. А самоцель и смысл жизни – внимание. Вам просто нравится внимание. Да. Я люблю быть в центре уваги и не сливать серую массу людей. Хорошо, а если вы, к примеру... Если вы, к примеру, будете главным голосом и главным развлекательным там, человеком Львовского железнодорожного вокзала, где будет внимание, вас это устроит?
Не знаю. В конце концов, можно убирать сцену. То есть можно подумать над этим. Там будет внимание. Вы будете ходить нарядные в золотом платье. Так, значит, поезда на Харьков отправляются с 5-го пути. Вас это устроит? Нет. Жалко, да есть. Лёша, Лёша, дело в том, что эстрада, всем, вообще все, все со мной согласятся, что это самый легкий телевидение, эстрада, радио, самый быстрый и легкий путь быть в центре внимания. Кажется так всем окружающим. Именно по этой причине все считают, что не нужно совершенно там иметь образование, там иметь опыт, иметь там психологическую вообще настроенность, нацеленность, готовность быть этим человеком. Ведь это же тоже целая проблема, все время быть в центре внимания. Но люди, которые имеют психологическую где-то внутреннюю проблему с родителями там, или с обществом, кем угодно, им кажется, что так они ее быстро решат. А мы с вами должны сидеть, там, вырывать последние волосы, когда слышать, носом нажимать кнопку. Слушайте, эту. Мы находимся, Таня, мы, тем не менее, находимся в более выгодных условиях. Мы можем просто взять и переключить кнопку на телеэкране. Да. А Наташа, Наташа заложница действительно некой ситуации. То есть она... Ты обучайся, а в тебе нема коханого хлопця? У мене ще ніколи в житті не було справжнього кохання. Я одинока всі 21 рік. То есть, правда, это обиженный человек, брошенный обиженный человек. Но давайте мы сейчас попытаемся все-таки разобраться, почему именно пение. Нам Наташа показала свои абсолютно тайные, секретные места, где она репетирует. Внимание на экран. Очень много раз я себе задавал вопрос, для чего родился на свет, я взрослел и рос. В этом мире ты ничего для себя не жди. Я бы улетел к облакам, да крыльев нет. Слушай, а как вы сами воспринимаете свое пение со стороны? Потому что можно петь и вроде как считать, что действительно хорошо поешь, а вот здесь вот вы сейчас вот это вот видите и слушаете. Как это воспринимаете вами? Для меня это просто весело, я сприймаю это с почуттям гумору. Еще треба до логопеда піти заодно. Не, я думаю, что... На самом деле, то, что у вас нету слуха, это там отдельная тема. У вас хороший голос, если вы не верещите. У вас прекрасная R, вы секси такая. Надо просто заниматься. Я как папа двух дочек, еще маленьких, я понимаю, что действительно все проблемы, я уверен, идут с детства. Ты никогда не пробовала помириться с мамой? Ну, сказать, мама, давай я буду жить с вами, но вы мне помогите, ну, научи меня петь. Ну, я пробовала, але просто у нас така ситуація, що я просто їм умови поставила. Якщо вони приймають мене такою, яка я є, і змиряться з тим, що я унікальна, це, то... радикально. Або так, або ні. То я буду з ними в добрих стосунках, не буду тікати з дому. Якщо вони мене не приймуть такою, то просто наші стосунки... Подождите минут, подождите. Значит, вот условия поставлены родителям, они не принимают условия Наташи. Именно поэтому вы идете уже на пятый кастинг телешоу, так? Уже пятый будет. Цього року я виступала в 6-му сезоні «Україна має талант». Уже 6-й? Так. Боже мой, значит, вам из кастинга в кастинг говорят о том, что Наташа, не надо петь, а вы все равно поете. Не приходите, Наташа, а вы все равно приходите. Цього року мене дуже хвалили на кастингу. И мне два так сказали. Кто сказал? Кто? Подождите. Ведучий мастер-шеф Ектор и боксер Вячеслав Узілков. И что сказали? Сказали так, что было дуже весело, дуже позитивно, и мне сказали вони так. Слушайте, ну получается, что вы проходите на эти народные шоу не как певица, а как комик. Ну, можливо, как и клоун. Так. Можливо, и так. То есть вас это не обижает? Нет. То есть можно быть и клоуном, главное, чтобы на сцене. Главное, чтобы себя яскраво показать, чтобы выделиться среди такой великой массы Наташа, участников. А вы не думали совместить шест с пением? Не знаю, не думала про таке. Это, по-моему, прекрасная идея. Никто еще так не делает. А вот давайте импровизируем скетч. Подождите, Анатолий Анатольевич. Может быть, действительно, жанр Наташи – это комедия, а не вокал совсем? Мы можем сейчас что-нибудь симпровизировать? Давайте, да. Наташ, какую песню хотите петь? У меня есть заготовки. Я тоже не умею петь просто. Поэтому мы нашли друг друга. Да. Я не умею петь, вы не умеете петь. Да. Значит, сюморить можем что-то не только петь. Давайте, да. Мне предлагаю сейчас... Держи, значит, текст. Петь умеешь? Значит, песня... будете помогать, да? Значит, песня Светки Соколовой «День рождения», знаешь? Ну да, признаю.
Значит, ну что же, фонограмму в студию, друзья. У Светки Соколовой день рождения. Светки Соколовой нету парня, Светке 49 лет. Так что, дорогие наши дамы, реже говорите нет. Пустыми улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Владимир, нажимайте на кнопку. У нее же талант комика. Это ж комик. Я думаю, она получила то, что она хотела. Вот и все. Человеку приятно. Она в центре внимания. Вам было весело, а Владимиру Бибешко нет. Если семья не принимает ее как певицу, да, может быть, уйти, пойти на завод, на фабрику, зарабатывать деньги, снять себе квартиру, да, жить себе независимо от своей жизни. Подождите, на завод, на фабрику? Я працювала на заводе спочатку. Так, кем? Я просто там гайки крутила, дуже тяжку роботу виконувала, це дуже важко було. То есть вы зарабатывали деньги? Так. На талант-шоу? Ну, чтобы взять участь в талант-шоу, чтобы себе сценичный одяг купить, чтобы дорогу оплатить, чтобы все... И в стриптиз-клуб вы пошли для того, чтобы заработать для участия на талант-шоу? Просто на заводе дуже маленькая зарплата. И сколько получали? Ну, взагалі, навіть 1000 гривень в месяц не выходило. А в стриптиз-клубе сколько? Ну, я за тиждень заробляла столько, сколько моя родина за месяц заробляє, навіть больше. Это сколько? Ну, за тиждень могла десь 3000-4 заробити. Да очень плохо, что в этой стране в стрип-барах можно заработать больше, чем на заводе. Больше, чем в музыкальном школе или на заводе. Да. Не, но я же не об этом сейчас, но о том, что вы говорите, отправили Наташу на завод. Она на заводе отработала 5 месяцев. Гайки покрутила свои, знаете. Не, я бы хотел сказать, что, во-первых, ну, стриптиз, давайте не путать с проституцией, это разные вещи. Это все-таки тоже искусство, как ни крути. Есть Дита Фонтиз, есть вот в Украине есть Варда, которая тоже потрясающе танцует. Вот мои родные, они просто не понимают, что стриптиз-клуб и бордель – это разные вещи. Вони просто цього не розуміють. Ну, ми розуміємо, ви порядна дівчина, скажіть, будь ласка? Я порядна. У вас зараз є хлопець? Немає. А був хлопець колись? Ну, можливо, ви просто не хотіли закохуватися? Просто мені ніхто не подобається. Всі якісь однакові, всі сіра маса. Ну, взагалі, я жила в маленькому місті Стрий. Там всі однакові, всі на одне лице. Якісь там гопніки в спортивних костюмах. Це не мій формат. Значит, тем не менее, это еще не все. После рекламы мы покажем вам, надеюсь, самое интересное. Это говорит Украина, друзья. Давайте все-таки остановимся и разберемся, пока есть шанс Наташу действительно обучить. Нет. Вот Лиза сказала, что действительно у Наташи очень хороший голос. Можно просто поучиться. Он интересный, он запоминающийся. Да. То есть над ним можно работать. У нее вот это прикольное R такое. Она сама по себе очень секси. Ну, типа, можно работать. Ну, давайте сейчас так, давайте так. Послушаем, а есть ли вкус и слух у Наташи? Давайте так, сейчас спустим несколько там музыкальных композиций. Ой, а надо, вы будете скажете, плохо или хорошо. Давайте, поехали. Зажигай сердце, обжигай душу. Ты мне так важен, ты мне так нужен. Погромче только сделайте, хорошо или плохо? Ну, хорошо. Нравится. Так, нормально. Дальше. Уже 11:01, луна ногами в окно стучится, но не нужна мне сейчас она, ведь я сама улечу, как птица. А это? Це моя колега по сцені Ніна Зубко. Знаете творчество своих коллег? А я хорошо говорю, или плохо? Вот это тоже эмоцию выражает. Я не знаю, что лучше. Мне вторая Больше. Владимир, Володь, подождите минуту. Ну, не фонтан, я бы сказала. Не фонтан. Если честно. Так, давайте дальше. Она более искренняя. Сюда. Это вы прямо с первой ноты поняли, что хорошо? Так. Просто божественное выполнение этой песни. Тогда следующее давайте. В глазах надежды свет, признание полутон, давление огня и тени силуэт. Так. Це Ксюша Самойлова.
Нравиться? Ну, я її поважаю, тому що вона теж дуже смілива, дуже така пробивна, то я її поважаю, але їй ще треба підівчити співати. Можна більше не включати? Так, Тетяна потребує більше, чому? Значить, ну, смотрите, на лицо очень дві прості вещи. Так. Значить, во-первых, формируется явно круг людей, которые вот такого рода пением привлекают к себе внимание. Не только пением. Кто-то снимает трусы, там, кто-то бросается там лифчиками, еще что-нибудь. Это совершенно, знаете, у каждого есть свой зритель. Теперь я спрашиваю себя, кому-то это нравится, мы все смеемся, кого-то это веселит, правда? Вот кого-то даже считается, что хорошая Р может быть прекрасно трогает душу. Вот Володя говорит, мне второй вариант там понравился. Объясню почему, потому что музыка – это настроение. Настроение. Если Самойлова своим нестройным пением создала мне атмосферу, которой хочу повеситься после нее, это уже результат. Это результат. Почему бы нет? Так вот, формируется прямо состав, эшелон, я бы даже сказала. Ну, скажем так, исполнителей вокалистов-фриков, которые реально понимают, ведь Наташа, знаешь, она плохо поет, у нее нет ничего со слухом общего, близко она не стояла ни с каким инструментом, не то что со скрипкой из бандуры, просто вообще ни с каким. Она никогда не научится правильно интонировать и петь достойно. То есть вы поставили на ней крест буквально? Абсолютно. Татьяна? Мы более в этом смысле терпеливые, и мы провели действительно эксперименты, попробовали Наташу в нескольких музыкальных направлениях. Давайте посмотрим на результаты. Внимание на экран. Да, с Кобейном сначала попробуем. Ну, пробуем. I'm not the only one. Я выросла и крине рабочей городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Rape me. Rape me. Чорний бумер, чорний бумер, якщо можеш, догони. Галь, прошу вас, я вот что скажете? Считаю, что в принципе человек может научиться чисто петь, интонировать, да? Но насколько это будет музыкально и вокально, наверное, Наталья никогда не станет Селин Дион. Ну вы бы взялись вот учить Наташу? Как учитель музыки. Но только я не могу дать результат, сказать о том, что она запоет, ну, как Тина Кароль, там, да? Или какие звезды нет, нашей страны. Ну, хоть как-то ведь она запоет. Чисто она сможет спеть. Но не через три урока, не через полгода. Учиться – это уважение. Учиться – это уважение. Вы Подождите, сможете ей ребята, дать музыку. Если да. она будет петь, как она поет, то у нее будет радоваться. Своя публика 100 человек, да. она уже имеет право на существование. Я говорю про эшелон. Пусть на подворотне для своих 100 человек и поет. Я говорю Но про эшелон. Еще есть такой, Лиз. Еще есть такой момент, что можно человека миллион раз научить, я думаю, все со мной согласятся, научить очень круто петь, и все равно он будет как вермишель без масла. Да. Посмотрите, Наташу везде зовут на ток-шоу. А сейчас Наташа вермишель с маслом? Нет, я думаю, что она даже с какой-то соусом вполне. Просто вермишели еще нет самой. Соус есть? Наташа Болоньез, давайте будем называть. Наташа Болоньез? Ой, это фактически такой творческий псевдоним. Нет, Наташа Чума, так лучше. Это круче, это Есть жестче. Есть церемония «Серебряная калоша» в Москве. Да. Правда же? Ведь на эту церемонию ходят люди. Ходят. С удовольствием одеваются, приходят на «Серебряную калошу». Какой-то, ну, сделали интересный какой-то эксперимент творческий. Это привлекло массу внимания, да? Мы все с удовольствием смотрим YouTube, вот Наташин же ролик, да? И мы получаем массу удовольствия от того, что она сама весело, легко, с юмором относится к своему исполнению. Но не нужно же говорить о серьезной задаче и цели. Стать артистом, музыкантом, Я знаю, что я фрик, но меня это влаштовывает, вот и я не хочу меняться, мы не хочу вставать. Вы не хотите учиться. Вы не хотите учиться петь, правильно интонировать. Вам нравится так, вот та, так, которая да. вы сейчас, так? Да. Ну, так. Правильно. То есть нафиг обучение? Ну, думаю, на що там напрягатися, якщо я і так цікава публіці, мене і так всі люблять. Я розумію талант-шоу, але якийсь елементарний кастинг вони повинні робити. Ну, не можна же, извините, не хочу називати фамілію, випускати людей. А телевидению выгодно это. Выгодно телевидению. На тупості рендік не можна робити. Як це? Почему? Ну, делають же. Та ладно. Делають же. Все телевидение на этом существует. Отчаянно. Потому что мы тупеем все. Ну вместе вот. С телевидением. А вот, вот это как противовес, кстати, наш опрос на улице. Друзья, по поводу того, что же простые люди на улицах Киева говорят и думают о пении Наташи.
Погано співаю. Ну, взагалі, пам'ятаєте? Так, погано. А чому погано? А пила, ну, ви хорошо не запомнили. Ні голосу, ні слуху. Ой, на себе тут весь корова. А, ну ні, ну такий це не спів. Вона фальшиво співає. А чому? Сама ти фальшива. Тому що я сама музикант. Ну точно зі стрига? Так, так. Як взагалі вважаєш? Я в шоці. Не дуже. Ну вам самим не смішно. И все значит, улыбаются. Вы посмотрите, какая это ценность, да. Позитивные эмоции. Их не добьешься в теперь. Але я що хотів сказати, коли ось ще Наташа дивилася за реакцією, вона каже, на себе подивись корова відразу, коли там почали коментувати. Тобто Наташа, мені здається, просто ображена не тільки на свою маму, і не тільки, можливо, там взагалі на людей. Та просто ті базарні жіночки, хто вони такі, щоб вони судити, що я там погано співаю? Наташа, але зачекай, Наташа, ну як це? Наташа, це твоя публіка. Це люди, для яких ти ж хочеш співати, щоб тебе любили люди. А як ти можеш тоді казати про людей, що там на себе подивись корову, або це гопніки, або це базарні жіночки? Ну, Наташа така просто різка дівчина. А для кого співати? Це не її публіка. Ну, все одно, є такі, більшість людей мене любить. То хіба деякі мене осуджують? Наприклад, для публіки, ну, моєї, от, допустим, да, які там мають определенний там взгляд на життя, то я тобі хочу сказати, що мене навіть оскорбляє те, що ти виходиш і займаєш то місце, на котором стояв, наприклад, би другой артист, которому невозможно пробиться, который имеет, обладает уникальным голосом, музыкальным образованием, прекрасными стремлениями, пишет музыку и серьезно относится к этому. Меня, например, непрофессионалы, которые готовы плюнуть в лицо своей публики и сказать, сама на посмотри, знаете, как корова. Чехов говорил, это, конечно, что если проблема. В театре показывали только, ну, типа, лажи, когда происходит на сцене, намного да, бы больше людей бы ходило. Больше бы ходило. Ну, ну так вот это закон сцены. Это лажи. Так почему это лажи? Ну, так это так устроена сцена, что люди людям всегда нравится. Ну, давайте поменяем местами. Падает. Пусть лажа занимает более яркое место в жизни. Да. Лажа так, всегда так занимает. А искусство будет заниматься. Совсем скоро, друзья, мы все-таки узнаем, кого же больше у Наташи. Действительно, тех, кому не нравится ее пение или ее поклонников. Вот-вот вы выпустите свой новый клип. Так, это да, правда. Который называется незатейливо, но очень пафосно. «Звезда». Внимание на экран. Очень много раз я себе задавал вопрос, для чего родился на свет, я взрослел и рос. Я подожду еще чуть-чуть. Наташенька, если ходите по снегу в туфлях, то их можно испортить, туфли. Ой, це я ніколи ці зйомки не забуду. Це було дуже тяжко знімати цей кліп. Ну, туфлі испортили, да? Ну, не испортила, але я дуже замерзла. Це зима, мороз, а я в платі, в туфлях. Это вы под Витаса сейчас вот так работали? Угу. Значит, но мы ведь провели еще один эксперимент. Если все-таки... Это не обработанный голос Наташи. Но если взять и в студии звукозаписи обработать, свести все, что может получиться, друзья? Внимание на экран. Я сейчас выше подниму, да? Ты понимаешь, что такое тональность? Нет? Хочешь быть звездой? Пошел вон, я не сошла с ума. Пошел вон, я все решу сама. Только имени моего лика мне поминай. Безымянная я отныне. Пошел вон.
Слушайте, но действительно мало ли на сцене таких, которые, которых потом подтягивают, вытягивают, удлиняют, укорачивают, и вот тебе почти на... оригинал. Чувства никогда не передать. Вам что, вот подскажите, нотами. Вам мало таких девочек приводили с таким голосом и говорили, что тут надо немножечко? Ну. Приводили. Ну, приводили. А все я расскажу. Мне привел один богатый человек жену, говорит, слушай, Вован, у него же брюлика вот в носу торчит, тут у него же три машины, она петь хочет. Вот петь она хочет. Сколько нужно бабла? И я поет, говорю, судя по я всему? Я говорю, много. На, пусть поет. И я делал. И пела? То есть пела. Бабло побеждает... Ну, прекрасно. Все силы, всесильное... Все, бабло побеждает, значит, творчество, да, и искусство. Да, на сегодняшний день, да. То есть Наташу, в принципе, можно сделать звездой. Абсолютно. Пусть так она уже и так звезда. При определенной сумме при денег... При определенной сумме, да. В связи с тем, что все покупается, и телеканалы, и радио, абсолютно, все... Да. Задатки вопрос есть. Суммы. Так что ж вы тут там мозги-то пудрили, Владимир? Так бы и сказали, дело в деньгах. Конечно. Значит, над ней смеются, ее умоляют не петь. Родители ее практически проклинают. Ее очень многие критикуют, пусть и смеясь над ней. Ее выгоняют с кастингов, но она, по сути, на краю пропасти. Так утверждает наша следующая героиня. Пожалуйста, встречайте. Алла Чайковская. Итак, вы психолог. Да. Как бы вы охарактеризовали состояние Наташи? Действительно это девочка, которая способна совершить самоубийство, или она просто пугает? Ну, вы знаете, я, в принципе, Наташу вижу вот сейчас, скажем так, со стороны. Мне сложно сказать. Но, может быть, этот момент и присутствовал. То, что состояние депрессии существует, и это связано это с родителями, это однозначно. Вот. Но я думаю, что она, в общем-то, вышла уже немножечко на ту стезю, которая ее компенсирует. То есть вначале это были игры, а сейчас уже у нее какое-то становление происходит. Вот. В этой области. Вы общались до записи и с Наташей, и с мамой. С Оксаной Терентьевной общались. Оксана Терентьевна упорно, упрямо не хочет выходить. Вы пришли сюда, вышли в студию, говорит с ее имени. Ну, она не считает необходимым себя здесь позиционировать. Она изначально ехала сюда для того, чтобы Наташу отговорить от участия в передаче, чтобы Наташа остановилась. Она обратилась, в общем-то, за помощью, потому что у нее нет уже больше аргументов, они в отчаянии. Бабушка лежит на капельнице, папа сейчас в рейсе. Она говорит, что если папа узнает, мама боится, что произойдет авария. И кроме того, Наташа обещала, что она не будет больше этого делать. Она им пообещала, и они ей поверили, скажем. А с другой стороны, вы понимаете, что если мама перестанет, ну, так вот убиваться и так ее шантажировать, это же шантаж, папа там в рейсе, бабушка под капельницей, это шантаж. Если мама перестанет на нее давить, Наташа тут же может перестать петь. Слушайте, ну подождите, а если вот вы вот сейчас обратитесь к маме, которая находится у нас в скрытой, в тайной в нашей комнате, как вы считаете, она выйдет сюда? Думаю, что нет. Вы готовы принять маму, пойти на уступки, найти общий язык? Не поговорить дуже. Хотя бы. У мене не дуже є таке бажання. Я попрошу все-таки организовать прямую связь с нашей этой секретной тайной комнатой. Попробуйте сейчас объяснить маме, что вы хотите и почему вы это хотите. Оксана Терентьевна, вы слышите нас? Вот мы здесь все сидим, действительно, хохочем, а там, прикалываемся. А я не розумію, чого плакати, то що похорон, то ж просто передача, я ж просто йду до популярності. Чого тут плакати, що тут сумного? Это не популярность. Это вы выносите свой семейный, большой, больной вопрос на всю страну. Это горе, это не твоя популярность, понимаешь? Який а я считаю, что это горе. Какое горе, что ребенок отличается от родителей, это не горе. Ну, Оксана Терентьевна, раз вы уже здесь, может быть, вы действительно выйдете сюда к нам, и мы попытаемся найти общий язык, и, возможно, хотя бы на 5 минут, Оксана Терентьевна. Ну, хотя бы на 5 минут.
хочется действительно услышать вас, задать вам несколько вопросов. Может быть, эти 5 минут действительно смогут исправить ситуацию и донесут до вашей дочери что-то. Плохо, что они не нашли взаимопонимания еще до того момента, когда она стала взрослой и так, вот таким образом начала выражать просто свое желание быть любимой, согретой, вниманием, теплотой. Плохо, что это время ушло, и сейчас нужно так выяснять это. Нам всем помогать вам, помогать маме. Ну, я вам скажу, мама тоже с характером. Если бы меня вся студия упрашивала выйти, я бы вышла. Оксана Терентьевна, выходите к нам, пожалуйста. Ну, почему же? Почему же? А в чем, Оксана Терентьевна? Подождите минуту. Оксана Терентьевна, ну разве это плохо, когда ребенок выбирает свой путь? Я була проти цього і буду проти. Вона не працювала ні одного дня. Це я сміло можу сказати. Ні одного дня. Ти взагалі в Червонограді живеш. Звідки ти могла знати, де я працювала? Ти маєш свого чоловіка і сина від його першої жінки. От що Наташа має зробити, щоб дійсно розуміння між вами опять вернулось? Вибачте, я не знаю. Все, я не хочу, щоб мене знімали. Я не хочу, щоб мене знімали, будь ласка, заберіть камеру. Спасибо огромное, извините, Оксана Терентьевна. Ну, я не психолог, но, конечно, я вижу, однозначно это идет с детства. Да? Если я своим дочкам каждый день говорю, что ты моя самая лучшая, ты моя самая уникальная, самая... А Наташа говорит-то сама себе, потому что ей, видимо, никто этого не говорил, и никто не говорит сейчас. Она все делает в протест. Папа тоже не признается, не понимает? Он взагалі категорично против, он не хочет признавать того, что я выступаю. Он сказал, ты упозорилась на всю страну, мне теперь стыдно взагалі людям в очи дивитись. Ты не выступаешь, ты не выступаешь. Ты просто ищешь тепла и внимания, тебе его дают. Ты не выступаешь, понимаешь, детонька? Не выступаешь ты. Ты просто ищешь внимание и быть в центре внимания, чтобы получить тепло. Так это и есть выступление, когда ищешь внимание. Это не профессиональное выступление артиста. Я хочу сказать, она уже никогда не получит того, чего она не получила в детстве. Это ее способ получить внимание. Лизонька, прошу. Знаете, как говорится, что девкаши это смеются, маты поры это плача. Мне кажется, что вот в данном случае... Видно, что маме действительно грустно, видно, что мама действительно там расстроена. Но я думаю, что это связано не только с Наташей, а связано с вообще общим состоянием мамы. Я думаю, вот Алевтина со мной согласится, что от депрессии надо на самом деле лечить не Наташу. И я в данном случае говорю не как оскорбление, что там мама больная, а в данном случае говорю, что маме нужна мама помощь. Мама очень грустная, да. Мама очень грустная. И, как правило, с грустными мамами. Потому что я специалист по грустным мамам, моя мама очень любит грустить. У грустных мам вырастают дочери-клоуны. Это правда. Ну, слушайте, ну вот в этой истории, вот в этой семье, действительно, кто больший эгоист? Мама, которая говорит, никаких мне условий не надо, только чтобы не снималось. Женщина. Или Наташа, которая мама говорит, что я уже взрослая, извините меня, работаю, Наташа на заводе поработала, Наташа и в стриптиз-клубе, и я делаю то, что я хочу, потому что это моя жизнь. А это ведь действительно ее жизнь. Только в этой ситуации кто-то выйдет из игры, ситуация распадется. Или мама попустится, или Наташа попустится. Сразу не будет. Мама не попустится, да, мама, потому что маме нравится страдать, ведь страдания нам получают по жизни, дают очень эмоции. Много бонусов, эмоций, ее жалеют окружающие, она жалуется на умирающих бабушек, на пап, на дочку. Конечно, в итоге мама ее воспринят, какой бы она ни была. Мне было дуже важко взагалі. Ну это понятно, так это на то что она это мама. Есть, так она вот и есть мама. Что бы я она думаю, сделала, опять-таки, она ее будет еще один вопрос. Я думаю, Наташа сейчас 21, я думаю, что рано или поздно она придет к тому, что мама все-таки это мама. И как бы мы в какие-то юности не говорили бы плохо о родителях, если человек 25 годам, если человек 30 годам не смиряется с самыми ужасными родителями, то ну, ему действительно тяжело жить по жизни. А представьте, после ее выступления соседи, знакомые, бачили твою вчера, ой, позорище. И да, мама, говорят, если была веселая, как мама сказала, понимает? Ну, бачила вчера, ну, дурна, она в меня выйдет замуж, ты Бог так знает. Она и говорит. Значит, Анатолию Анатольевичу надо уже уходить. Один вопрос, последний уже такой завершающий. Если бы ваша дочка однажды к вам пришла и сказала, папа, я, может быть, и не умею петь, я хочу быть национальным всеобщим посмешищем, и мне плевать, что ты будешь думать. Как бы вы к этому отнеслись? Однозначно я был бы на ее стороне, потому что я папа, я по-другому не могу поступить. Поэтому...
я бы, ну, наверное, я бы пытался ее направить в русло, которое я хочу, но, конечно, не радикальным способом. Проблема в том, что дочка и мама, они одинаковые. Они одинаково разговаривают, они одинаково не хотят друг друга слышать. Но если бы вы действительно сели вдвоем, налили чая там, или закарпатского коньяка по рюмке, тебе уже можно 21 год, и поговорили об этом, возможно, все наладилось. Кстати, для голосовых связок хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Итак, недолюбленность. В частности, это то, что говорят о Наташе педагоги из школы, где, собственно, она училась. Внимание на экран. Наталка жила с бабусею і з батьком. Десь в класі 5-му, 6-му мама заходила в школу. От, ну, пізніше я вже її не бачила. Вихованням займалася бабусі. Мама недостатньо приділяла своїй доньці часу. Я знаю, що вона жила з бабусею, тобто вона росла сама по собі, можна сказати, і що побачила, то й робила. Ніхто їй не дав, ну, зрозуміти, що вона погано співає. Ні батьки, ні друзі. Можливо, вона навіть і не знала, що вона робить. Може, якби були друзі, якось вона би спілкувалася, вона би з тим не думала. Перед тем, как уехать из родного города, Наташа провела нас по маршруту, как она говорит о своей ненависти. Внимание на экран. Зараз ми знаходимося на шкільному дворі. Це моя рідна школа, я тут навчалася. Правда, мене діти дуже не любили, ми наді мною всі знущалися. Я взагалі була в класі ізгоєм і була завжди не така, як всі. Я закінчила 9 клас, і мене рідні на мене надавили, мене насильно заставили поступити на бухгалтера. Я цю спеціальність ненавиділа, це було справжнє пекло для мене. Я завжди мріяла тільки про сцену. Зараз хочу вас ознайомити ще одним місцем. Я тут цілий день зранку до ночі крутила гайки, щоб заробити собі на наряди, з яких я виступала на сцені. Це річка Стрий, яка тече з Карпат. Це місце для мене дуже особливе. Сюди я завжди приходила, коли мені було дуже тяжко на душі. Був такий момент, коли в мене була дуже важка депресія, і в мене навіть були думки про самогубство. Я почала співати для того, щоб розрадити себе від тяжких депресій. Спів мені завжди допомагав. Я подожду ще чуть-чуть і собиратися буду в путь. У вас є друзі? Подружки мені дуже просто завидували, що я в Києві вже виступала, тому вони відвернулись. Наташа, ну ви ж розумієте, що ви конфліктний чоловік? І ви розумієте, що ви різка? Якщо мені не переходять дорогу, то я буду мирно жити цією людиною. Так весь мир вам переходить дорогу, виходить. Давайте же посмотрим на Наташу в совершенно другой ипостаси. Значит, необходимое оборудование в студию, друзья. Я зрозуміла, що в мене дочки немає. Все. Я втратила дочку. Нас завжди. На лицо молодая девушка, которая считает, что ни к какой профессии не нужно испытывать уважение и внимание. Ни на что не нужно тратить время на обучение. Ничему не нужно заниматься профессионально и вкладываться в это. Считает, что она может любое дело освоить очень просто. Открыв рот, она певицей станет, а прикоснувшись к шесту, ей кажется, что это очень просто. А да. Это работа. Работать она не хочет. Она просто лентяй. Как некоторые страны торгуют своими природными ресурсами, так Наташа торгует своей непосредственностью. Она ей дана. Значит, чемпионка Европы по полденсу Алена Казакевич здесь у нас в студии. Алена. Но есть у Наташи действительно шансы? Может она научиться? Научиться можно вообще всему. Но я хочу просто сказать, что давайте мы не будем называть искусством людей, которые открывают рот и не умеют петь, и людей, которые вот с таким недошпагатом, с неразвитыми спинами, короче, выходят на сцену. А можете показать нам сейчас мастер-класс? Мастер-класс, да. Давайте. Значит, сколько вы тренировались, прежде чем вы стали чемпионкой Украины? В принципе,
где-то около 3,5 лет. Я не считаю, что это сильно много для того, чтобы уже был какой-то успех. Mm-hmm. То есть, но мне есть еще к чему стремиться. Сколько часов в день вы тренируетесь, сколько дней в неделю? Я еще сама преподаю. У меня получается тренировочных часов около 20. И сама я тренируюсь еще, наверное, 3-4 часа у меня может уходить. Ну что ж, покажите, пожалуйста, нам мастерство. Браво! Ну, вы прекрасно понимаете, да, для того, чтобы действительно состояться в этой жизни, нужно учиться, очень многому учиться и трудиться. Вот Алена сейчас вам продемонстрировала это. Вы это понимаете? Так, розумію. И что, вы готовы к этому? Или вам все-таки нравится быть фриком и не более того? Мне подобається бути фриком. Очень много раз я себе задавал вопрос, для чего родился на свет, я взрослел и рос. Наталья Олейник несколько дней назад сбежала из дому, сменила номер телефона, а родителям оставила прощальную записку. Вы не понимаете меня, никогда не примите такой, какая я есть. У Наташи есть мечта, смысл всей ее жизни, но родители категорически против. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Наташенька одержима не только в стремлении стать супер-мега-популярной, она одержима еще в стремлении найти все-таки свою любовь. И говорят, что буквально одного участника талант-шоу задушила своими ухаживаниями. Встречайте, пожалуйста, Александр Моров. О, Боже! О, май Год! Это тоже наш участник. Украина моя талант. Это вы, что, ребята? Правда действительно, Наташа буквально там не давала вам жизни, признаваясь в своей любви? Я хочу сказати, що ця дівчина фактично спортила мені виступ на одному з талант-шоу. Спортила, зіпсувала мені виступ і підставила мене на одному талант-шоу. Это что было? Я брав участь у прямому ефірі в основному талант-шоу. Та ти сам себе підставив. Так. Наташ. Наташа. Наташ. Наташа, є свідки, є люди, які говорять, що тобі потрібно талант-шоу. Тобі потрібно талант-шоу заради того, щоб себе подорожче продати. Щоб подорожче продати себе. Про це говорить, до речі, найкраща подруга та близька людина Ельвіра Грановська. Якщо зайти на сторінку ВКонтакте, саме передивитися інформацію, ми можемо побачити негативні відзиви про те, що Наташа Олейник ходить на талант-шоу заради того, щоб якомога дорожче себе продати. Що ти брешеш, мама? Я готовий. Що між вами відбувало? Скажемо так, на одному талант-шоу я вийшов на сцену, вийшов виступати. Я цілком не був готовий і не знав, що відбувається. Ну, мій улюблений член журі Слава Фролова сказала мені: «Наташа, к тебе приходила». У мене великі були очі, я був в шокі, розтерпаності, що за Наташа, хто, що, куди. До речі, я записав розговор з нею на диктофон, я телефонував до неї,
на диктофоні зазначена інформація, що вона говорить, що вона нічого не говорила. Тобто вона хоче сказати... Я зовсім запутався. Подождите, що у вас произошло? Ви где-то переписувались, ви как-то признання друг другу сделали, дружили, потом посоветовали. Вона сказала на сцені головного шоу України про те, що у нас півроку є секс, інтимні стосунки, яких у нас абсолютно нічого немає. Що у нас скоро весілля. Ти сказала це на усю країну. Ти що, перестань що, брехати, дебіл, не позорся. На одному сталам шоу. Я би з тобою під чотирма членами журі. Не то, фу що тобі, за тебе. Фу! А то тобі фу! Так. Я зараз сам затанцюю на шесті. Вся Украина в шоке, тут такая интрига, так всем интересно будет. Саш, тем не менее, значит, что произошло? Значит, вы переписывались, как-то дружили, потом... Вона хотіла покінчити життя самогубством. Так. Вона почала писати моїй найкращій подрузі, Оксані Самойлові. Потім через Оксану Самойлову, ага. Друзі, Оксану вона знайшла... Самойлову позовемо тоді, ще третій учасниця. Оксана, виходіть, пожалуйста. Что произошло-то, я не понимаю. Какой-то любовный треугольник образовался у вас. Ну, мы очень хорошие друзья. Любви у нас нет. Как у некоторых моих подруг. Да. Потом Наташа нашла меня через контакт. Начала мне писать как подруга. Так. Вот. И после меня она нашла Сашу. И начала его домагаться. Что она пропонувала мені секс. Вона пропонувала мені зняти готель і оплатити його. Вона лізла мені в штани в поїзді. Це людина цілком неадекватна. Даже одному на передкастингу, де запросили мене, я сів в маршрутку, і ми випадково зустрілися були разом. І коли я прийшов на передкастинг, вона зловила мене за руку, почала мене обіймати, цілувати, накидуватись на мене, показувати саме таку ситуацію, тобто про те, що в нас щось є, а в нас нічого немає. Пилон фріков. А Наташа Олейник начала дзвонити Саші і уговарювати його навіть в приказному тоні. Говорити. Так, тихо. Зачем матом ругатися? Матом зачем ругатися? Фу! Так, тихо, Саша. Матом зачем ругатися? Матом здесь не ругаються. А вам-то зачем? А вам-то Наташа зачем писала? Я ее сразу занесла в черный список, после того, как узнала, что коли, на Сашу настраивает перепрошую, против коли меня. Коли я перестав з нею спілкуватися і зрозумів, що вона цілком неадекватна, я чому почав з нею спілкуватися? Сам ти неадекватний. Тільки тому, що ти сказала, що ти покінчиш життя самогубством. Я тебе фактично врятував. Ти повинна мені подякувати за це. Ти мене врятував? Що ти брешеш? А ти що робиш тут? Позоришся? А ти позориш? Не позоришся? Браво, Наташа! Браво! Браво, браво! Саш, значит, ви теж від на кастинги ходите і говорите, що іщете любов. У мене були три рази серйозні стосунки, і три дівчини, з якими я зустрічався, вони були не творчі. І я зрозумів, що мені потрібна саме дівчина творча, тобто творча особистість, яка буде розуміти мене і підтримувати мої діяльності, тобто моєму таланті. Що ви створили? Я йому сказала, не думай зв'язуватися з Наташою, тому що вона тебе ще не раз підставить. Він хотів з нею переспати або зустрітися. Я його чого я не знав, я не спілкувався з нею. Ти її не знаєш ще? Это не надо, не спеши. Он это послушался меня, я его еле уговорила. И ага. Он теперь понял, какая она значит, есть на самом деле. Саша спас Наташу, а Оксана спасла Сашу. Да. Но Саша ходит на талант-шоу, чтобы найти свою любовь. Что вы предлагаете, можете сейчас показать? Не нет. Хотите ничего? Нет. Почему? Нет. Просто я бачу, что в зале сидят цілком декотрі неадекватні люди. Не готовы, и при цій негативній енергії я не буду виступати. Алексей, можно я сделаю официальное заявление? Я хочу официально обратиться к всем артистам украинского шоу-бизнеса. Уважаемые артисты украинского шоу-бизнеса, существует страшна небезпека. Ми всі знаходимося під угрозою того, що нас скоро не буде. Появилася групіровка, яка називається фрік-шоу-мафія, які об'єднилися в свою тусовку, і скоро вони нас всіх сожруть. Ребята, нам кінець. У них більше ефірів, їм більше хлопають, їх більше люблять, їх більше приглашають. Уговаривають, я не відказую. Ребята, об'єднаємося, давайте щось робити. Нас скоро не стане.
я бы хотел посмотреть на эту историю совершенно с другой стороны. Значит, мы сегодня увидели семейную историю Наташи. Я хотел бы вам напомнить личную историю Оксаны, которая, собственно, начала ходить на телевизионное шоу «Тоже не от хорошей жизни». И, к сожалению, с мужем не так все было хорошо. И Вуш издевался над Оксаной. У Саши, насколько я понимаю, тоже в детстве были очень серьезные проблемы. У вас ведь нет папы? Нет у меня папы. Вы с 15 лет живете один? Із 6 років. Від першого, 6 років? 6 років я живу один. До мене мама приїжджає 3-4 рази на рік, і я туди їжджу. І мама – це саме найдорожча і близька мені людина, яку я дуже сильно люблю. Слушайте, ми можемо говорити і робити скільки угодно вот таких вот заявлений о зарожденні фрік-шоу «Мафії», но ситуація, на самом деле, гораздо глубже, потому что все эти люди пришли на телевизионное шоу, потому что они одинокие по жизни, они одинокие. И они просто хотят любви, внимания, как любой нормальный человек, Володя. И они нашли этот способ, который телевизионщики и ситуация, время дало им. Это их возможность но показать себя и получить эфиров. То, чего у них нет. У вот них в чем дело. Эфиров. Вы это все начинаете популяризировать. Фриков потому что сейчас любви так никогда модно. Не бывает много. Вот и все. Но сейчас фрикам стать модно, их много показывать. Зачем заниматься искусством и пилять музучилище по 8 часов на виолончели? Если можно выйти, не удавшись сделать там да, какое-то мы шоу. Считаем, да, мы считаем, что именно так и надо. Если ты хочешь состояться в профессии, я это сегодня за программу не единожды. Наташа сказал, нужно трудиться, очень много работать. Но мы не должны забывать главного. Мы не должны действительно высмеивать этих людей, которые пришли за простым. Ни в коем они случае. Пришли за поддержкой, за вниманием и за любовью. Все. Вот и все. Надо за каждым из них закрепить психолога, сделать им отдельный палаточный городок, собрать и вывезти за Киев. Наташа, а вы действительно твердо все-таки решили уйти из дому? Так. А куда вы после программы? Ну, це я не можу сказати публічно на камеру. Потому що ви боїтесь, що опять за вами прийде міліція з мамою? Так, мені вже другий раз тої психушки не треба і того позору. А, Алевтина, как вы считаете, есть ли у них все-таки шанс у Наташи и мамы найти компромисс и понять друг друга? Ну, они каждый стоит на своем. Мама стоит не за Наташу в данном случае, а за какие-то свои жизненные принципы очень твердо. Я думаю, что ей нужно немножко пересмотреть свою систему ценностей и все-таки поставить интересы своего родного ребенка на первое место. Ну, не кажется ли вам, что Наташа использует те же принципы, что и мама? Совершенно верно, она дочь своей матери. Она такая же упрямая и точно так же упрямо отстаивает свою право быть вот такой, какая она есть, ну, в этом они похожи, в этом они одинаковы. Значит, вы, вот я заметил, вы такие вот, ну, извините, пожалуйста, недолюбленные, но вы очень жестко друг с другом все-таки общаетесь. Я с Наташей общалась не раньше друг хорошо. Друга. Я ее поддерживала. Я пропоную того, нам всем помиритися и больше взагалі. Я не собираюсь с тобой миритися после того, что ты меня опозорила на всю країну, на одному талант-шоу. Де судді головного шоу є свідками. У нас з тобою не було ніякого сексу. І говорити про це, про інтимні стосунки на всю країну, ти не мала ніякого права. Саша, побачиш ефір весною, я такого не казала перед камерами. Ти хочеш сказати, що судді головного шоу країни брешуть? Саша, Стас Безенко був моя підтримка. І Стас тобі докаже, що я такого не казала в ефірі. А Стаса можна в студії? Можна Стаса в студії? Вон он в залі. Зараз я подойду. От того, что там говорилось, какой-то, ну, были некоторые там моменты очень провокационные, даже в сторону Саши, там, мы там даже с Наташей на сцене там пару секунд. Всю страну интересует, было так, или нет? Было. Скажи, да было, и все. Было. Значит, ну я так понимаю, что единственное, что вас примиряет, это... Песни, которые вы пытаетесь петь, может быть, вы вдвоем нам все-таки сегодня здесь что-то споете? Вдвоем. С кем? С Оксаной. Я на фото. Да? Давайте, выходите. А какая песня? То, что мне дали? А какая вам разница? Любая. Итак, друзья, сейчас здесь премьера песни. Я тебе посвящал все песни свои.
я себя открывал. Что хочешь, бери, и с надеждой ждал, когда же тронется лед. Только в сердце любимом любовь не живет, а я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Если вы вдруг не все сказали своим любимым, обязательно сделайте это. Потому что нельзя, чтобы человек, который был рядом с вами, чувствовал себя одиноко. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. Ну, получила славу? Получила. Можно без камеры, будь ласка? Можно мені вже йти? Наталя, якщо ти зараз підеш, ти втратиш мене. Добре, я готова вже до того. Ти готова? Так. І тебе не буде цікавити, чи я помру, чи що зі мною буде. Ти готова відмовитись від батьків, від всього? Я ніколи не прощу, що ви мене психушку заперли. Ну, я тебе не заперла туди, я просто хотіла... Не подобається, що я на талантах виступаю, то взагалі то ваша справа. У тебе була депресія, ти хотіла накласти на себе руки. Я просто... Ну, а через кого та депресія була? Ну, давай поїдемо додому разом. Ні, я додому не їду, я сказала. Ніякого дому. Більше в мене ніякого дому нема. Тобі потрібно допомогу спеціаліста. Ти то усвідомлюєш? Не треба ніякого спеціаліста, то вам треба спеціаліста. Де тебе шукати? Якщо щось, не дай Бог, щось станеться, чи з батьком, чи з ким, де тебе шукати? Я сама знайду. Як знайдеш? Нормально. Ні, ну от не дай Бог, я в лікарню попаду, чи батько там помре на похорони, як тебе кликати? Номера маю, подзвоню, якщо щось. Ну, раз ти так вирішила, добре. Все, коротше. Це твоя справа.